Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите «Утро февраля». Рад быть с вами. Здесь Илья Пономарев. Всех с прошедшим Новым годом. Кто еще будет отмечать Рождество, вас с наступающим. Ну и со Старым Новым годом, естественно, тоже с наступающим. В общем, сезон праздников, но мы все равно работаем, потому что события происходят каждый день, к сожалению. А многие из них далеки от того, чтобы считать их радостными и новогодними. У нас здесь в Киеве вся последняя неделя была под знаком постоянных обстрелов. Мы, в общем, и ожидали, конечно, что из Москвы нам сюда обязательно фейерверков каких-нибудь подкинут. Но вот их подкидывали настолько сильно, что даже объявляли 1 января траур в Киеве по погибшим в результате первого из массовых налетов, который произошел 29 декабря. Но мы обо всем этом будем еще сегодня говорить, а пока я прошу вас подписаться, поставить свои лайки, это по-прежнему все очень нужно. Каждый ваш лайк, каждая подписка – это увеличение количества людей в России, которые видят наш канал и которые тем самым узнают правду из первых рук о том, что происходит в Украине. И, как знать, может быть, вот какая-то из этих соломинок переломит спину верблюда. Поэтому, пожалуйста, не пренебрегайте этим, мы вам будем очень признательны. Это очень важно, чтобы аудитория внутри России росла. Ну и также, прежде чем начать сегодняшнюю программу, напомню про совместный проект, который мы делаем с одной из известнейших волонтерок, работающих на фронте с 2014 года. Причем она россиянка, Анна Домбровская. И она занимается военной медициной, поставляет разнообразную медицинскую технику, медикаменты в ряды армии, российским батальонам. И вот мы делаем совместный проект на сайте uf.tkdnipro.com. Вы можете заказать турникеты. Турникеты – это такое устройство, которое останавливает кровь бойцам, которые получают ранения. Поэтому эти турникеты впрямую спасают жизнь на поле боя. И зайдя на этот сайт, вы можете выбрать нужное количество турникетов, сколько вы готовы платить, и они после этого отправятся непосредственно на фронт к тем, кому они нужны. Там же вы можете оформить и регулярную подписку, чтобы, например, там каждый месяц 5 турникетов от вашего имени отправлялись на фронт. Если еще при этом вы введете промокод «Легион», то мы будем знать, что вы хотите направить это в российские подразделения и пришли через наш канал. Пожалуйста, не пренебрегайте этим тоже, это все очень важно. Ну и последнее, напомню вам про QR-коды, которые у нас есть на экране. Вот здесь вот вы можете рассказать про активы, которые украдены в России. Если вы будете первыми, кто сообщит об этом, то вам причитается вознаграждение по законам Украины. Сначала от нашего канала, если вы стали первыми и по вашему сообщению арестованы те или иные счета или активы, а потом и от Украины, после того, как они будут конфискованы, по закону вам причитается 10%. Ну и вот здесь вот еще один QR-код. Это наш специальный фонд «Смелость», который мы сделали для того, чтобы поддерживать тех, кто заткнул штык в землю, выступил против этой войны, отказался в этом всем участвовать и попал под преследование. Такие случаи постоянно происходят. Когда-то людям нужна юридическая помощь, а когда-то и что-то более серьезное и сложное. Поэтому каждая ваша копеечка, которую вы присылаете, она не пропадает, идет в дело. Большое вам спасибо, кто нас поддерживает. Несколько наших постоянных зрителей нас поддержали непосредственно на Новый год. Большое вам спасибо. Мы получили много пожертвований именно на Новый год. Это все очень важно. Ну, а мы начинаем, собственно, наш сегодняшний разговор. Это первый мой эфир после Нового года, поэтому он будет таким
обзорно мы поговорим с Сергеем Жирновым, бывшим старшим офицером службы нелегальной разведки еще Советского Союза, потом России. Сергей, приветствую, с праздниками вас. Привет, Илья, я тебя тоже с праздниками, конечно, и всех наших зрителей, несмотря на все сложности, которые сопровождают, увы, это новогоднее время. Да, ну вот, собственно, об этом я и хотел начать наш разговор, потому что вся последняя неделя, ну, я лично рассматриваю это как один большой авиаудар, это самый большой налет на Украину вообще за все время войны. Мы тут все там думали, когда же они начнут, потому что долгое время, где-то там месяца полтора, наверное, таких вообще больших налетов ракетных просто не происходило. А вот тут вот, значит, самый большой, одновременный, ну, значит, по-видимому, готовились и копили эти самые ракеты. Под прицелом оказались Киев, Харьков, Одесса, Херсон, тут, то есть Львов, да, по всей Украине летали ракеты, летали шахеды. И вот один только последний обстрел, который произошел вчера, мы посчитали, что Россия потратила 620 миллионов долларов. Тот обстрел, который был 29 декабря, там вообще сумма вышла за миллиард. А вот последние 620 миллионов. Было выпущено 35 шахедов, каждый из которых, кстати, стоит порядка 50 тысяч долларов, не рублей. Было выпущено 70 крылатых ракет разных типов. Ну вот здесь на экране стоимость каждой из них, там от 13 до 2 миллионов долларов, калибры, каждый из которых там по 6,5 миллионов. Искандер каждый стоит 3 миллиона. Ну вот я в связи с этим хотел задать вопрос. А есть ли вот вообще, с вашей точки зрения, как профессионала, да, военного, есть ли вообще вот ограничения финансовые? Потому что, ну, с одной стороны, тратятся вроде как запасы, с другой стороны, ну, Россия уже вынуждена производить новое вооружение, и мы видим по тем обломкам, которые прилетают в Украину, ну, там, где есть там серийные номера, там, соответственно, можно понять год выпуска, много из этого вот, ну, производится непосредственно сейчас. Вот, ну, насколько вообще хватит денег вот это все производить? Ну, с деньгами это не связано, к сожалению, напрямую, увы, да, потому что, естественно, все советские запасы, это все, что было произведено когда-то в Советском Союзе, то есть это уже амортировано, это было произведено за счет бюджета Советского Союза, и, конечно, вот эти подсчеты, они такие финансовые, просто для того, чтобы дать понять, как это дорого стоит вообще-то в современном мире, но это не прямые денежные расходы, надо понимать, да, потому что, вот, кстати, чтобы люди понимали, что такое, допустим, 600 миллионов долларов, которые истрачены на последний удар. Вот если бы они, эти 600 миллионов долларов, были задействованы в настоящей экономике, в реальной экономике, то это дорога от Петербурга в Москву. То есть это 600 километров дороги, заасфальтированной. Потому что километр дороги стоит миллион долларов. У нас вот на Западе, я не знаю, там в Российской Федерации это может стоить и 20 миллионов, потому что там еще есть коррупционная составляющая. И там, строго говоря, нет никакой цены, потому что все распиливается, там просто на самом деле в цену закладывается еще и коррупция. Вот. Но у нас на Западе это стоит миллион долларов. То есть вот за один удар, который был произведен вчера, можно было бы заасфальтировать дорогу от Петербурга в Москву. За один, значит, удар, тот, который был 29 декабря, да, там было триллион, то есть миллиард 200 миллионов, можно было, соответственно, заасфальтировать 1200 километров дороги в Российской Федерации. Да? А вот если посчитать за все два года, потому что, в общем, ну, такая называлась цифра, что Россия тратит по миллиарду в день, в принципе, стоит эта война России, то есть она уже угрохала экономических ресурсов более 670 миллиардов за все два года этой войны, неполные, вот, то можно было заасфальтировать вообще все дороги Российской Федерации, потому что
что если возьмете, даже те, которые сейчас еще грунтовые, там примерно 600 тысяч километров дорог в Российской Федерации, что, кстати, очень мало, да, потому что для сравнения, Российская Федерация, которая, значит, 17,5 миллионов квадратных километров, обладает всего лишь 600 тысячами километров дорог, а это то же самое, что во Франции. Вот во Франции, которая в 35 раз меньше по территории, в ней такое же количество заасфальтированных дорог. Это для того, чтобы еще люди понимали, на каком на самом деле средневековом этапе находится эта путинская Российская Федерация, несмотря на то, что 24 года на него лился долларовый дождь, там триллионы доходов газовых, нефтегазовых, нефтяных, там, я не знаю, золотых, бриллиантовых, каких угодно, платиновых, и все это дело просто было разбазарено. Я, Сергей, еще, кстати, вот это вот сравнение, которое приводите, я читал интересно, что вот за вот стоимость этого удара можно было бы в России искоренить все уличные сортиры. То есть обеспечить каждую семью уже полноценным нормальным туалетом с унитазом, с мывом там, и так далее. Полностью вот искоренить эти вот деревянные будочки. Потому что это, кстати, тоже очень интересная статистика. Она меня всегда забавляет немножко, ну и расстраивает, конечно, как российского гражданина, потому что в российском жилом фонде даже Росстат называет, что порядка 10% российского жилого фонда не имеет вообще санузла, то есть не имеет вообще туалета. Да, то есть, а и где-то, они говорили, 20 или 30% это туалеты на улице. То есть представляете себе, вот это вот Путин, все, когда вы ходит и говорит, мы там Россию отстроили, великую страну, там вот теперь за нами там весь юг стоит, там вся Африка, вся Латинская Америка, все справедливые страны, а на самом деле они еще с сортирами сталинскими живут и со сталинскими бараками. Кстати. Но я так понимаю, что Путин осознанно их не искореняет, он же обещал всех террористов мочить в сортирах, соответственно, ему нужно место, куда прийти с этим самыми террористами, а поскольку мы все террористы, вот я, например, террорист, я не знаю, ты террорист или нет? Или ты только иноагент? Да. Я вообще очень обижаюсь на Путина за это, потому что всех назвали иноагентами, приличных людей, а меня за такого не считают и вообще не преследуют, и уголовного преследования никакого нет, и иноагентом меня не назвали. И даже моя бывшая служба СВР даже меня не третирует как предателя на своем сайте, в отличие, допустим, от Юрия Швеца. Так что в этом смысле какие-то странные вещи. Я вообще возмущен этим делом и требую от Следственного комитета, от Генеральной прокуратуры немедленно все это дело исправить и обозвать меня трижды иноагентом, там, я не знаю, потому что это же медаль в наше время. Приличный человек, который не объявлен за границей, который находится, не объявлен иноагентом, это вообще пособник Путина, типа. Вот. И в этом смысле, конечно, я на них очень сильно злюсь. Вот. Но если возвращаться к экономике, к твоему вопросу, Илья, то, конечно, это не прямые затраты. Конечно, это не прямые затраты экономические. Больше того, вот это парадоксальная вещь, но на самом деле производство снарядов, производство танков, производство вооружения — это вещь, которая сейчас Путину дает возможность жить, дает возможность жить российской экономике. Он, кстати, рассказал военную тайну. Вот позавчера, когда он встречался с какими-то военными в госпитале, значит, в этом самом Вишневского под Красногорском, он сказал, что только треть бюджета российского тратится на гражданское производство, а две трети тратится на военное. То есть понятно, что, конечно, эти пушки никто не ест. Пушки, никто не потребляет, не пьет снаряды, никто не потребляет, не гложет, не лижет танки, не орудия. Вот. Но они участвуют все в создании прибавочной стоимости и, соответственно, ВВП Российской Федерации. И когда Путин весь светился, вообще такой весь был довольный и говорил, что вот у нас экономика выросла аж на 3,5% ВВП вырос. И это было, он отчитывался, значит, перед этими бедными военными, которые там изранены, им вообще на это было наплевать, строго говоря, но вот ему надо было обязательно это дело рассказать, то, в общем, это, конечно, правда.
И действительно, это парадоксальная вещь, но это работает на укрепление российской экономики, потому что за этим стоят зарплаты, за этим стоят премии, за этим стоят налоги, и за этим стоит действительно какое-то укрепление российской экономики, хотя понятно, что эти производства не производительны дальше, то есть дальше они не будут, потребление персональное, то есть люди не покупают эти танки потом, чтобы на них кататься по улицам, вот, и Да. То есть это на самом деле выбросанные, конечно, все-таки деньги. То есть это работает на вот такую современный день экономики. И, кстати, вот из-за этого это разогревает инфляцию, повышение цен, потому что вот эти все деньги, которые люди получают на военных заводах, которые люди получают в результате этих государственных заказов, они выплескиваются потом на сужающийся рынок, и отсюда повышение цен, отсюда яйца потом, которые стоили раньше там 70 рублей, а теперь стоят там чуть не 300, и поэтому, кстати, их и нету, и поэтому Путину приходится за яйцами идти к Эрдогану, к там, я не знаю, к Алиеву, к китайцам, к северокорейцам, кому угодно. Но вот это парадоксальная история экономическая, потому что, с одной стороны, это, конечно, работает на экономику, и, с другой стороны, это эту же экономику и убивает. Ну вот, собственно, я в связи с этим хотел задать следующий вопрос. Вот когда Путин говорил в этом самом госпитале, он там говорил про то, что вот, значит, мы там сделали там 1600 танков, там сделали, он сказал, и сделали капитальный ремонт, да, то есть, ну, поставили войска 1600 танков, а вот, значит, Украина получила только 400. Значит, вот там Америка производит, не помню сколько там, 14 тысяч или 24 тысячи снарядов, а мы вот там, значит, производим несколько сот тысяч. Ну и так далее. И вот у нас здесь в Украине постоянно дискуссия с рядом аналитиков военных на эту тему, потому что есть две точки зрения. Одна точка зрения такая, что в России полноценный переход на военные рельсы невозможен, потому что все это производство ВПКшное там на протяжении 30 лет разваливалось, оно неэффективно, там тратить на него денег можно больше, но добиться какого-то там качественного прорыва нельзя, и все равно Россия не может конкурировать с коллективным Западом с точки зрения своей экономической мощи, а как следствие, соответственно, по производству вооружений. А другая точка зрения, наоборот, строго алармистская, о том, что смотрите, пока Запад не мычит и не телится и никак не может увеличить объем военного производства, ну а Украина по определению не может сделать у себя военное производство, несмотря на то, что в твоей Франции, значит, там говорят, надо в Украине делать военные заводы. Ну как ты будешь делать, если тут ракеты прилетают и, соответственно, то, что ты построишь, значит, тут же будет взорвано. Ну, в общем, в любом случае, что Запад не может производить столько же вооружений, сколько Россия, а это означает тогда вообще, какой выход в этой войне. Там всегда Россия закидает ситуацию вооружениями. Вот ты на это что скажешь? Ты сторонник какой позиции? Обе позиции, кстати, имеют немножко правды, но я сторонник больше второй позиции, что, значит, проблема вот такая. У Российской Федерации, конечно, сейчас начат переход на военные рельсы. И в любом автократическом государстве, а еще лучше в диктатуре, это проще сделать, чем в демократическом государстве. Потому что ни перед кем не надо отчитываться. Путин спустил это, даже если нужны какие-то бумажки, то Госдума это проштамповала за полчаса в Совет Федерации, за один день все законы подписаны, приняты. Вот, в этом смысле, конечно, это все гораздо проще, чем на Западе. Экономически Запад, безусловно, сильнее, кратно сильнее Российской Федерации. Ну, то есть, для сравнения, ВВП Российской Федерации в мировом масштабе это 2% примерно, Запад коллективный это от 60 до 65%. Вот, то есть, на самом деле, конечно, это, вот видите, там в 30 раз практически Запад сильнее экономически, чем Российская Федерация. Ну, для сравнения, там, допустим, Соединенные Штаты Америки 26 триллионов долларов в год ВВП, а у Путина там 1600. То есть вообще это несравнимые вещи. Но проблема заключается в том, что вот эта экономическая мощь западная, она не идет напрямую на войну.
И она не идет напрямую вот на фронт для того, чтобы печатать снаряды, танки, пушки для Украины. У них есть свое какое-то производство, причем не очень большое, потому что Европа и коллективный Запад 70 лет живут в состоянии мира. Причем это состояние их устраивает, потому что они же понимают, зачем, допустим, каждый год выделять там 3-4% ВВП на вооружение, на военные нужды, если его можно пустить на социалку, если его можно пустить куда-то еще, даже просто на инвестиции в гражданские отрасли. И поэтому Запад не может так быстро раскрутить машину, военную машину, как это сделал Путин. Путину в этом смысле удалось довольно быстро раскрутить ее. Да, это все плохо делается, это все делается через задницу, это все делается через коррупционную составляющую, то есть миллиарды, которые там, вот, допустим, они проголосовали военный бюджет 11 триллионов рублей на 2024 год, то есть это примерно сколько там, 110 миллиардов долларов. Вот. Если его сравнить с бюджетом Пентагона, 886 миллиардов долларов, да, то по идее, в общем, это какая-то смехотворная сумма. Но, во-первых, это не те деньги, как в Америке, потому что бюджет Пентагона, на самом деле, там 2/3 это зарплаты американским военным, потому что им настоящие зарплаты платят. Да, потому что полковник американской армии получает не то, что полковник российской армии. Стороны. И с другой стороны, все производить в Америке все-таки дороже стоит, чем в Российской Федерации. Поэтому, кстати, вот ВВП есть такой абсолютный ВВП в абсолютных цифрах. И есть ВВП по покупательной способности. И вот в этом смысле там разница гораздо меньше, чем по абсолютным цифрам. Вот. Но самое главное другое, что у Путина, безусловно, все это плохо, но это крутится на войну, потому что Российская Федерация на самом деле, я уже давно это отслеживаю, и у Российской Федерации 30% бюджета государственного отдается на оборону и правоохранительную отрасль уже лет 15. Угу. То есть на самом деле страна, которая готовилась к войне, уже 15 лет. Вот как Путин пришел, вот только-только он немножко оклемался, и он на самом деле сразу запустил эту самую военную машину. Потому что ему казалось, что просто эти штыки его будут лучше содержать, это гарантия его безопасности, это гарантия ему оставаться в Кремле много-много лет и так далее. Вот. А у Запада потенциал огромный, гораздо больше, в разы больше Российской Федерации, в десятки раз иногда даже больше, чем Российской Федерации. Но раскрутить его и запустить в военную отрасль чрезвычайно сложнее, чем в Российской Федерации. Uh-huh. Потому что Запад сейчас не воспринимает себя в состоянии войны с Российской Федерацией. Вот Путин говорит, я воюю с НАТО, но через Украину. Да, вот, и даже вот обратили мы все внимание, что вот во время этой беседы с бедными израильными военными в госпитале, он говорил, а Украина нам вообще не враг, да, мы с Западом воюем. Uh-huh. Это просто нехороший Запад использует Украину, чтобы, значит, ее руками убивать там Российскую Федерацию. Вот. А Запад вообще не ощущает и не хочет на самом деле себя ощущать, и вот это очень большая проблема, не хочет себя ощущать в состоянии войны с Российской Федерацией. Нет, ну подожди, вот я здесь с тобой согласен, но мы просто про это много говорим в нашем эфире. Вот суть моего вопроса, она в другом. Стратегия победы-то с точки зрения вот экономики войны, она в принципе существует, потому что если говорить о том, что Запад вот не производит и не будет производить, то ну, тогда про что мы, собственно, говорим? Там с голыми руками надо воевать. Тогда, значит, то, что вот он не дает, носит объективный характер, то есть нечего давать. Тогда, значит, Путин передавит. Практически, ну я не хочу просто на Новый год, там на 3 января людей сразу там в каникулы и в праздники им всякие страшные вещи говорить, вот, потому что Запад, конечно, не сейчас не экономика Запада не работает на войну в Украине, не работает. Каждая страна, которая поддерживает Украину, а ее поддерживают 54 страны, занимается тем, что она смотрит, чего у нее есть в закромах, и что она может без ущерба для себя передать Украине. Uh-huh. То есть в основном
Вот, передача такая, то есть из закромов передается то, что-то, ну, что условно считается, ну, не то, что лишним, но то, что страна без ущерба для себя может передать Украине, и это каждая из стран, которая входит в эту коалицию, передает. И это не означает, что Дания, например, сейчас запустила там 3 новых военных завода, которые каждый день в 3 смены клепают какие-то снаряды для Украины. Вот этого нет. Во Франции тоже этого нет. Франция, допустим, передала свои там 22 сначала, или там 18 Цезаря, а потом еще 6, и значит, она запустила завод, но чтобы себе самой восполнить эти 24 Цезаря, которые она передала Украине, а их цикл производства — это 2,5 года. То есть, грубо говоря, она себе возместит только через 2 года вот от сегодняшней цифры. И то есть, на самом деле, практически нет ни одной страны, которая бы запустила, вот открыла бы сейчас новый военный завод или бы расконсервировала какой-то военный завод и сказала бы, что вот это производство у нас сейчас в 3 смены будет работать каждый день на помощь Украине военную. Вот этого, к сожалению, нет. То есть, в основном, ей передают какие-то запасы, которые уже были в наличии. Ну так и что это в итоге означает? Ну вот американцы, я уверен, сейчас в январе примут решение о выделении дополнительной финансовой помощи для Украины. Там будет, там, не знаю, в лучшем случае будет 60 миллиардов, в худшем случае будет 20 миллиардов, но в любом случае там достаточно большие средства будут, из которых там большая часть придет в виде вооружений. Там немцы тоже там говорят, мы увеличиваем. И вообще вот эта пауза, которая образовалась из-за того, что американцы никак не могут по чисто внутриполитическим причинам принять решение, да, она, в общем-то, европейцами заполняется. Но если это все равно медленнее, чем то, что делает Россия, какой мы должны сделать вывод? У нас есть все-таки путь передавить российский ВПК? Или, может быть, это не важно? Может быть, то, что они много производят, но это такой экстенсивный метод, как обычно. То есть, ну, будут перепроизводить много. Вон эти вот ракеты летают, из которых там одна из 10 достигает своей цели, а все остальное, оно просто тратится напрасно. Вот это спасает Украину. Вот то, что ты самое последнее сказал, это вот то, что спасает 2 года Украину. Потому что если бы россияне эффективно использовали то, что у них есть, то, боюсь, фронт бы проходил бы сейчас гораздо более западнее, чем он есть на самом деле. То есть на самом деле, действительно, вот вы знаете, это, кстати, такая штука, это ужасное, конечно, то, что я скажу, и заранее прошу извинения у наших зрителей, да, но вот посмотрите, там миллиард, допустим, долларов в эквиваленте финансовом того, что они сбросили на Украину, а потери 50 человек. Да, то есть, грубо говоря, с военной точки зрения, это чрезвычайно неэффективная вещь. Абсолютно неэффективная вещь. Я понимаю, что каждый человек, который погиб, и каждая семья, где получился раненый или погибший, это катастрофа, это трагедия личная и так далее. Но с военной точки зрения россияне абсолютно неэффективная машина. И вот это единственное, что нас спасает сейчас. Потому что если бы она была эффективной, то тогда бы совсем другая война была. Плюс Украина, я вам напомню, что в первые 8 месяцев войны или даже первый год войны Российская Федерация была на 50% поставщиком вооружения для Украины. То есть 50% вооружения, которое Украина получала во время войны, получала она от того, что она просто, это было трофейное вооружение российское, которые украинцы у нее там захватывали, россияне бросали, украинцы восстанавливали, и с ним и шли воевать против Российской Федерации. И это тоже вещь, которая спасла Украину, кстати, в первый год, когда еще не было на самом деле никаких там ни Абрамсов, ни Леопардов, ни Цезарей, ни Гаубиц, ни Хаймарсов, ничего этого не было. Вот. Но, конечно, сейчас проблема заключается в том, что у Украины в результате того, что она получила в 2023 году, есть некий
паритет с Российской Федерацией, потому что примерно по силам и посредствам примерный паритет, причем у Российской Федерации все-таки по, так сказать, расходным материалам, то есть снарядам и там вот таким вот кондомовым вещам, я не имею в виду серьезные какие-то очень тяжелые ракеты, дорогие, а вот снаряды, да, Российская Федерация, для сравнения, я вам напомню, что, допустим, в марте-апреле прошлого года, вернее, 22-го года, россияне в день бомбили Украину, расходовали примерно 50 тысяч снарядов, а Украина 5 тысяч, 5, ну, максимум 10. То есть вот такой разрыв был, там кратный разрыв был по снарядам. Сейчас разрыв может быть в 2-3 раза, между Украиной и Россией. То есть Россия сейчас, допустим, выстреливает там 10-15 тысяч в день, а Украина примерно 5 тысяч в день. Да? Вот, и это, вот, кстати, эти цифры и называл Путин. Он говорил, что вот Украина 5 тысяч в день использует снарядов, а американцы всего 14 тысяч снарядов производят в месяц. То есть, грубо говоря, за 3 дня Украина использует все то, что американцы могут произвести в течение месяца снарядов. И в этом смысле, конечно, разрыв есть сейчас огромный, и он восполняется исключительно военным искусством украинским. То есть вот отсюда, кстати, все военные говорят, что Залужный — это абсолютный военный гений на самом деле, да, потому что с тем недостатком вооружений, который у него есть даже для обороны, он 2 года держит на примерно одном и том же месте армию, которая его превосходит там по потенциалу в 10 раз. Вот. И в этом смысле, кстати, это положительная вещь, которую я вот подчеркиваю последние 2 недели, потому что все подводят итоги, и все начали там говорить, вот, там все не удалось наступление, там и так далее. Я говорю, как оно не удалось, если Украина даже приросла там примерно там 200 или 300 квадратных километров территории, она отвоевала у Российской Федерации, и осталось, по крайней мере, на тех же позициях, ну, за исключением там немножко продвинулись россияне на севере, но зато на юге украинцы компенсировали, и общий итог все равно в пользу Украины. Да, конечно, просто были очень завышенные ожидания от этого контрнаступления. Все ожидали, что будет точно так же, как это было в 22-м году под Херсоном и под Харьковом, когда там россияне драпали там на 30-50 километров в день. И вот если экстраполировать это дело, то говорили, что ну, за 23-й год Украина выйдет к Азовскому морю, выйдет там границы Крыма, то есть все себе уже вернет и так далее. Вот этого, конечно, не произошло. Но, в принципе, сейчас имеется паритет по силам и средствам. И поэтому сейчас состояние на фронте, это мы вернулись в состояние Первой мировой войны. То есть все окопались, все построили более-менее какие-то укрепления. Причем у россиян в этом смысле было сейчас больше укреплений, потому что пока не шла западная помощь в течение первой половины 23-го года, россияне, значит, строили 3 линии, значит, заграждений. Да, они убогие, да, они закопали миллиарды этих самых зубов дракона, которые на самом деле и не очень эффективны. Но если их обложить минами со всех сторон, то вполне себе эффективные, и плюс это три линии, а сейчас они строят еще и 4-ю, и 5-ю и так далее. То есть понятно, что это экстенсивный путь защиты и обороны, но он, тем не менее, в данной ситуации, в нынешней ситуации довольно эффективен. И в этом смысле сейчас ситуация такая, когда ни Украина, ни Россия не могут победить своего врага, и на самом деле это вот типичный классический вариант, значит, Первой мировой войны, когда все сидят в окопы, стреляют друг по дружке. Когда россияне пытаются выдвинуться и сделать какие-то наступления, украинцы их убивают там по 800, по 1000 человек в день. А это значит 800 человек — это 2 батальона. 1000 человек — это 2,5 батальона. 2 дня — полк. Значит, неделя — дивизия. Да, и значит там, ну, за месяц общевойсковая армия. То есть представляете себе потери российские за последние там 3 месяца, и тем не менее, опять же, вот им пофигу, Путину пофигу абсолютно, сколько он потеряет людей, сколько он потеряет техники, потому что у него экстенсивная война, и потому что в этом смысле, к сожалению, у Российской Федерации действительно есть ресурс, чтобы вот этого тупого мясного фарша наготовить
на много месяцев, и этих тупых старых советских пушек. Вы знаете, кстати, меня больше всего удивило то, что вот я где-то читал, что новая ракета Х-101 там упала куда-то, вот совсем производство декабрьского. Ну, совсем советская кондовая бодяга, которая вообще не предназначена для сухопутной войны, она там для морского боя и так далее. И вот меня удивило, что они вот эту фигню производят, но эта фигня, тем не менее, она еще вот в их головах, они считают, что они способны с нею чего-то там сделать. И на самом деле для Путина, увы, и это надо признать, что вот такая затяжная война по лекалам Первой мировой, ну, Россия вполне себе может там года три в окопах сидеть и вот долбать, и вот этого мясного фарша посылать в Украину, и ничего у нее не произойдет капитального, то есть не будет никаких бунтов там в тылу и так далее, если они не сделают какую-то очень большую ошибку. Вот такая, увы, не очень радужная перспектива. Ну, Путин-то понятно, он хочет, собственно, пересидеть, ровно рассчитывая на то, что у него люди не кончатся, а в Украине не кончатся. Хотя Украина гораздо более бережно относится к своим людям и так далее. Но просто страна меньше, людей меньше, мобилизационный потенциал меньше. И эта ставка, она, к сожалению, хорошо понятна. Но я бы хотел вернуться к вот всем этим военно-промышленным вещам. Тут Зеленский дал на днях новогоднее интервью The Economist. Ну и вот он в очередной раз произнес тезис, который он достаточно часто говорит, что помогая нам, вы защищаете себя, что вы вот поймите, что вот вы себя защищаете от российской агрессии. Там, он говорил, что давая нам деньги или давая нам оружие, вы спасаете своих детей, а не наших, предупредил Зеленский в своем интервью. И, ну, говорит ту вещь, которую, в общем-то, все знают, о том, что Путин очень чувствителен к проявлениям слабости, что он чувствует слабость как зверь, потому что он и есть зверь. Он чувствует кровь, он чувствует свою силу, и он обязательно съест вас на ужин со всеми вашими ЕС, НАТО, свободой и демократией, если его не остановить в Украине. И я почему говорю через призму ВПК? Потому что, ну вот, там, мы говорим там с тобой, что, допустим, там, паритет, он базируется на том, что они много производят. Ну, во-первых, и качество того, что они производят, не очень высокое, и используют они это не очень эффективно и так далее. Там эффективность использования там, Storm Shadow или HIMARS намного больше, чем тех ракет, которые пуляет в нас Россия. Но, допустим, вот он перевел страну на военные рейсы. Допустим, там Запад там напугался и каким-то образом заставил Украину сесть за стол переговоров, там зафиксировали какой-то статус-кво. Но, на мой взгляд, совершенно очевидно, что если экономика переведена на военные рейсы, обратно ее перевести невозможно. То есть она обратно может переходить только через какой-то революционный политический слом, потому что все же эти люди, там у них работа, там зарплаты, там взяли кредиты, получили квартиры. И тут, говорит, все, больше там эти ракеты нам не нужны. Они говорят, а мы? Ну, если же надо тогда создавать какую-то альтернативную занятость, а этой альтернативной занятости нет. И, значит, режим все равно тогда попадает в политическую ловушку. То есть, на мой взгляд, как только Запад заставляет Путина остановиться в Украине, там, перемирие и так далее, он тут же приглашает Путина использовать все то, что он производит в отношении самого Запада, там, стран Балтии или Польши и так далее. Вот насколько ты с этим согласен и насколько этот аргумент вообще может быть услышан западными политиками? Я с этим согласен, с аргументом, и, увы, должен сказать, что этот аргумент не слышится на Западе. И вот эта статья Зеленского, это статья такая алармистская, которая пытается ударить в набат на праздники и сказать, что вот, ребята, вы все-таки перестали воспринимать остроту ситуации. Вы привыкли к этой войне,
И вот это ужасная вещь, потому что вы привыкли, что вот Украина где-то там героически защищается, и слава богу, типа это уже процесс, который вот типа все идет само по себе, мы там чего-то им поставляем, они там чего-то с этим делом пытаются сделать, и в результате, значит, эта война не продвигается в нашу сторону. И, увы, почему этот аргумент не слышен? Потому что для западного обывателя, ну вот я живу во Франции, да, ну, западный обыватель интересуется, конечно, войной и путинской. Он ее осуждает, то есть, ну, в принципе, там только какие-то совсем уроды, которые говорят, что все неправильно, что это все Соединенные Штаты спровоцировали, все это НАТО спровоцировало. Есть такие, кстати, их не так мало, кстати. Вот, но, значит, в принципе, эту войну осуждают, Путина осуждают. Но это рассматривается как вещь, которая происходит примерно на планете Марс. То есть вот для западного обывателя у него нет ощущения, что Украина его защищает от орд Российской Федерации. А если нет этого ощущения обывателя, то незачем и, так сказать, депутатам французским или там конгрессменам американским особенно сильно напрягаться, потому что, ну, Америку вообще это не касается, она на другом континенте находится. То есть вообще это для них так далеко. И так абстрактно. И вот их касается только вот этот 61 миллиард, и то, в общем, на самом деле это смешные деньги для Америки, которые ВВП 26 триллионов долларов. Вот, но вот их больше беспокоит, ну, вот у нас там какие-то, значит, эти самые иммигранты из Латинской Америки, где-то там в Мексику приходят, вот их больше беспокоит их собственная южная граница, куда могут прийти реальные какие-то латиноамериканцы и оказаться на территории Соединенных Штатов Америки. А то, что происходит в Украине, это, ну, так от них далеко. Это вот планета Марс и Украина, это примерно одинаковая штука для американцев. А для европейцев, ну, может быть, это не планета Марс, но это Луна, грубо говоря, да? То есть это все равно очень далеко. И на самом деле ощущение, что Украина защищает Западную Европу, абсолютно нет. Единственные страны, которые понимают степень опасности, это Финляндия, это Балтия, это Польша и Румыния. То есть страны, которые находятся вот сразу после границы с Украиной, и которые или там на стыке с Белоруссией где-то, вот, или с Российской Федерацией. Вот они ощущают, что это вот вещь более-менее реальная, да, физическая. Все остальные живут на другой планете, и поэтому они совершенно не понимают, о чем мы с вами говорим каждый день. Ну, думаю, что ты прав, к сожалению, и, в общем, мы видим, что сейчас множатся ряды разнообразных миротворцев. Вот в очередной раз в этом качестве проявили себя ряд чиновников ООН. Они реагировали на то, что происходило в Белгороде. 30 числа был обстрел этого города, упал ряд ракет в центре, погибли десятки мирных граждан, ну и, соответственно, естественно, вот в данном случае Верховный комиссар по правам человека Фолькер Тюрк говорит о том, что это недопустимо и необходима деэскалация. Ну, я, кстати, с ним абсолютно согласен, что нападение на мирных граждан, они абсолютно недопустимы. Но только вот что-то в этой атаке в Белгороде для меня лично не так, потому что, ну, я знаю точно мнение украинского и военного, и политического руководства, они очень хорошо понимают, что ни в коем случае нельзя допустить общественной мобилизации внутри России, что вот то, что делает Россия, когда бомбит украинские города неизбирательно и тем самым добилась, что даже, в общем-то, пророссийски настроенные граждане Украины сейчас занимают резко агрессивную позицию ответную, да, что нельзя, чтобы то же самое происходило на территории России. То есть, с одной стороны, каждый украинец мечтает о том, чтобы война пришла на территорию России, чтобы они вот там почувствовали, да, то есть, что мы здесь. С другой стороны, там, бомбардировок торговых центров и так далее никто не хочет. Все хотят атаки на военные объекты, на объекты инфраструктуры, чтобы вот там
все там жители Воронежа знали, что вот у них тут вот разбомбили там нефтебазу или железнодорожную станцию и так далее, но, безусловно, не торговый центр. А вот то, что произошло в Белгороде, это шаг строго в противоположную сторону. И поэтому в Украине, например, популярно мнение о том, что это самострелы, что, значит, там сами россияне что-то такое сделали. Но мне это очень напоминает обратную ситуацию, когда, значит, россияне, пропаганда ИПСО говорит, это вот сами украинцы там, значит, своих стреляют. Вот как ты считаешь, возможно ли со стороны Москвы были какие-то осознанные действия, направленные на мобилизацию своих граждан, учитывая там начинающуюся избирательную кампанию Путиным? Могло ли там, например, ПВО специально сделать так, чтобы там обломки падали на центр Белгорода, а не на окраины города? Вот в состоянии ли российские, ну в данном случае прежде всего силовики, принять подобное политическое решение и его реализовать? Да, сложный вопрос, конечно. Это, безусловно, работает против Украины. Я, кстати, тебе напомню, такая же ситуация в Израиле, потому что, когда Израиль ответил на атаку Хамаса, то сразу возникли и в ООНах те же самые люди, кстати, абсолютно те же самые пацифисты, которые говорили, а как же там, вот вы там больницы, значит, бомбите и так далее. И мы видели, да, когда хамасовцы просто из парковки или там из кладбища запускали ракету по своей больнице, вот, а потом, значит, это все дело растиражировалось буквально там за полночи всеми средствами массовой информации, включая BBC, включая CNN, и говорили, какие жуткие израильтяне, значит, они разбомбили там больницу, хотя в больнице не было ни одного пострадавшего, там все пострадавшие были на парковке и так далее. С Российской Федерацией я это допускаю на 25 000%, потому что мы помним, с чего начинал Путин, мы помним конец августа, начало сентября 1999 года, мы помним Буйнакс, мы помним там Гурьянова в Москве и так далее, то есть ФСБ взрывает Россию. Мы помним Патрушева, который рассказывал про рязанский сахар и про учения ФСБ в Рязани. То есть в этом смысле я совершенно ни секунды не сомневаюсь, что российская машина, военная и спецслужбистская, может что угодно использовать. Мы знаем, кстати, что она использовала это в Донбассе после 2014 года. Вот об этом, кстати, сознался Пригожин, об этом сознался Гиркин, об этом сознался вот этот самый вагнеровец, который сбежал сейчас в Голландию. Да, и который сказал, что да, из украинского трофейного оружия, значит, из украинских минометов бомбили Донецк, бомбили Луганск, наши, в смысле, российские войска, кстати, никакие не сепаратисты, а российские военные, вот, а потом рассказывали все это дело. Мы это помним по Сталину, мы помним Катынь, мы помним все это, все эти лекала написаны уже, там, я не знаю, 100 лет в истории Советского Союза и Российской Федерации. Так что в этом смысле я, конечно, совершенно не исключаю все это дело, а то, особенно то, что, посмотрите, как сконцентрированно медийная кампания отреагировала на это дело. То есть буквально через секунду тут же тот же самый мой приятель по МГИМО Вася Небензя, лысый хрен, вышел, значит, в Нью-Йорке и начал там, брызгая пеной, говорить, что вот какие украинцы сволочи, гады. Это подхватила какая-то там пресса западная. Тут же, вот когда Путин встречался, это было 1 января, и, значит, заготовленный вопрос у этого самого молодого какого-то там пацана, который говорит, видите, там в Белгороде гады украинцы, вообще надо бы им ответить. Он там намекал, что типа, чего ты, Владимир Владимирович, не возьмешь просто ядреную бомбу и не сбросишь ее на Киев. Uh-huh. Да, то есть это видно было, что заготовка какая-то и, по крайней мере, очень скоординированная вещь. А когда вещь скоординированная, то это странно было бы, если бы это было случайно. Да, потому что они координировать, кстати, довольно плохо в последнее время могут. И вот если есть жесткая координация, она чувствуется здесь, жесткая координация, потому что сразу все это дело разошлось по телеграм-каналам, сразу пошла волна, очень скоординированная волна и внутри Российской Федерации, и на
международной арене. И было очень похоже, что, конечно, это было очень похоже на самострел. Ну а вот с точки зрения спецслужб, ты считаешь, что столь масштабную операцию вообще можно провести? Ну, то, что вот, ну, взрывы домов, я понимаю, что можно, да? То есть там группа, 2-3 человека всего нужно для того, чтобы это дело организовать. Ну, как бы там, соответственно, они даже могут или загримироваться под чеченцев, или там уж завербовать чеченцев, дать им эти мешки с взрывчаткой, которые надо заложить. Ну, то есть там, грубо говоря, про всю операцию, то есть, ну, суммарно там 5 человек знает. Но ведь в условиях вот такой военной операции количество людей, которые должны понимать, что происходит, оно уже будет составлять 100 человек. Как это можно сохранить в тайне? А это никакой проблемы не представляет для Российской Федерации, потому что это представляло бы проблему. Вот как раз теракт в 99-м году, это была сложнейшая операция, потому что тогда еще были независимые СМИ ельцинские. Тогда еще было независимое общество. И вот тогда нужно было слишком хорошо подготавливаться, потому что действительно, вот даже пусть там группа небольшая, но провести взрывчатку, там грузовик взрывчатку по тем временам в Москву, это было гораздо сложнее. Сейчас идет война. То есть если прошел эшелон с какими-то там ракетами, кого это где, у кого вызвало какой-то интерес? Сейчас уже 2 года едут эти эшелоны, а на самом деле больше, потому что весь 21 год Путин гонял туда-обратно из Беларуси в Беларусь, вокруг Украины эшелоны. И то есть на эти эшелоны вообще народ перестает реагировать. То есть кто реагирует на какой-то там грузовик, который прошел, а потом сопоставит, что вот ты там через 20 минут с половиной секунды, значит, произошел выстрел именно примерно в том направлении, куда ушли эти грузовики, кого это волнует. Наоборот, во время войны все это гораздо проще делается. И там это на самом деле не скрывается. Причем это же зачем, вот если надо было вскрывать бы, если бы нужно было объяснять что-то. А во время войны ничего объяснять не надо. Там выдвигается какая-то часть. Кто знает о координатах? О координатах знает только наводчик и командир. Все, больше никто. Все остальные для них, вот их орудие, которое куда-то стреляет, они же не знают, куда это попадает на самом деле, да, потому что вот вся артиллерия нынешняя, да, фронтовая, она стреляет там на 15, 20, 25 километров. Французская артиллерия стреляет на 80 километров. Кто когда видит, куда там прилег? Вот только если ты бьешь что-нибудь прямой наводкой, вот перед тобой там, я не знаю, танк стоит, и ты вот пушку свою выкатываешь, и ему в лоб там чего-нибудь там зафигачиваешь с расстояния 500 метров. Вот тогда экипаж видит, что происходит. А когда ты стреляешь на 25 километров, ты все равно не видишь, куда это летит. И чего объяснять? Никому ничего объяснять не надо. И больше того, в военных условиях действует приказ. Там просто сказано выдвинуться, поставить, развернуться. Значит, координаты дали, значит, наводчику. Наводчик, что он думает, где эти находятся координаты? Зачем ему думать? Он цифры видит. Он просто видит цифры и в компьютер, в маленький, на своем там этом самом устройстве, забивает координаты. Ему абсолютно наплевать. Если ему дадут координаты Кремля, он абсолютно точно так же забьет эти координаты, ни секунды не задумываясь. И это, кстати, проблема вот, там, потенциальной какой-то мировой войны, потому что если ему дадут координаты Вашингтона, он тоже их забьет, ни секунды не думая. Они вообще не размышляют. На войне вообще мало кто думает чем-нибудь. Там просто, там есть текучка. Текучка, текучка, текучка. Тебя развернули, значит, поставил, оборудовали, там, снаряд положили и полетел. Потом свернулись и уехали. До свидания, все. Кто задумается, какие-то там... Ну, ты что думаешь, что люди приехали из Сибири, эти самые буряты, они думают, куда это полетел снаряд. Да какая им разница? Кому какая разница, куда это полетело? То есть, ну так, по-серьезному, да? Ну, кто там думает, а вот там в Белгороде потом какие-то снаряды? Ну, почему? У них даже ведь... Если бы вот было мирное время...
мирное время, да, то понятно, вот наша часть, допустим, там, я не знаю, конкретная часть выдвинулась, и затем по СМИ сказали, что там через полчаса в Белгороде произошли снаряды. То тогда солдаты еще могут сказать, а чего-то, да, вот больше вообще никто ничего не стрелял, только мы одни стреляли, и вдруг там какие-то разрывы в Белгороде. То есть они вот могут свести эту картинку вместе. Во время войны стреляют целыми днями все со всех сторон. Кто там будет чего сводить? Хорошо, давай последнюю тему я хотел с тобой обсудить, вот такую новогоднюю, но не очень новогоднюю. На Новый год прошли массовые облавы в России, силовики задерживали мигрантов. И, значит, по данным российских медиа, нахватали несколько тысяч мигрантов непосредственно в новогоднюю ночь. Ну и существует предположение, что это делается для их отправки на войну в Украине. Во всяком случае, такое рассказал «Новой газете» источник в центре по борьбе с экстремизмом. Что вот нужно пополнение российских войск добровольцами, и поэтому еще в августе 23-го года у них там в главке прошло совещание, в котором участвовали представители ФСБ, Минобороны, и вот, значит, сказали, надо набрать 7 тысяч таких вот добровольцев, и сделали ставку на мигранты. Но при этом они не делали, например, облавы на квартиры, в которых живут приезжие, потому что боялись их спугнуть, чтобы они там не уехали на родину или там затаились. И вот поэтому, значит, был такой рейд в новогоднюю ночь. Ну, вот при том, что такая информация есть, да, там вот источники и все прочее, но я не очень понимаю, как эти мигранты, собственно, будут служить. Они же там русский язык плохо понимают, мотивация равна нулю, они же разбегаться должны. Насколько ты веришь, вот эта облава могла быть связана с задачей пополнения рядов вооруженных сил? Очень слабо верю, что это было пополнение, хотя ничего не исключаю, такое тоже может быть. Но для меня есть две другие версии. Первая версия – это происходило на Новый год, а на Новый год приходит Дед Мороз. И я тебе напомню, как было в советское время. В советское время все военкоматы на Новый год, на первое число или на второе число, первое был праздник, на второе число, рассылали повестки в военкомат всем офицерам запаса. Абсолютно всем, по листу. И дальше говорили, что все, надо идти служить, значит, 2 года в армии офицеру запаса, после института там, и так далее. И все понимали, что просто люди, которые сидят в военкомате, им надо принести коньячок, им надо принести водочку, холодец и так далее. То есть людей надо снабдить подарками от Деда Мороза. И вот чаще всего это обыкновенная такая вещь. Вот когда это происходит на 1 января, это просто с этого народа решили срубить бабла откупного, чтобы, значит, их потом отпустили. Вот это самая рабочая версия в Российской Федерации. Да, ты знаешь, я думаю, что это на самом деле самое правдоподобное, что это такой побор узаконенный, да, то есть, соответственно, чтобы собрать бабло. На самом деле, абсолютно, абсолютно верю, реально. Последнее просто... Сам попадал под такой набор. Когда я в 2004 году в январе месяце работал в Министерстве внешней торговли, мне пришла такая повестка. Я пошел в военкомат второго, и мне, значит, начальник третьего отдела моего военкомата сказал, что надо тебе ехать, это самое, военно-переводчиком. А я его очень сильно разочаровал, я ему не принес коньяк и сказал, я готов ехать переводчиком. И вот было... разочарован, значит, тем, что я сказал, что не будет тебе никакого коньяка, значит, давай, ну, набираешь, да, давай набирай. Это первая версия. Вторая версия еще другая. Uh-huh. Вот обрати внимание, в декабре спустили, значит, эту самую российскую публику на ЛГБТ-движение после этой голой вечеринки, а на 1 января еще им показали, что вот есть еще мигранты такие, да. То есть на самом деле это тоже отвлечение на негодный объект, что вот есть еще какие-то не мигранты, и что на самом деле полицейские, вот видите, они не зря хлеб свой едят. То есть вот эти две версии, они у меня приоритетные по сравнению с какой-то там фронтовой версией. Окей, услышали по завершении уже программы. Я тут
последнее время с отвращением, но вынужден читать много западной прессы. Реально с отвращением, потому что то, что они пишут по поводу войны, меня вызывает просто отрапь. Ну вот тут вот, значит, Financial Times опубликовала прогноз на 2024 год, ну, который меня вот тоже, качество этого прогноза сильно порадовало, в кавычках. И, пожалуйста, вот в режиме блица, вот несколько пунктов, какое твое мнение? Ну, во-первых, аналитики газеты предполагают, что в недалеком будущем Трамп проиграет выборы в США, а победит Байден. Согласен или нет? То, что Байден победит, не сомневаюсь, но то, что Трамп может проиграть, вполне вероятно, потому что, во-первых, старенький раз, во-вторых, четыре уголовки висит, он может просто не дойти до выборов. Да, вполне согласен. Зафиксирую еще от себя тогда прогноз на эту тему. С моей точки зрения, следующим президентом Соединенных Штатов будет Ники Хейли. Вот посмотрим, то есть, чем закончится этот год. Другой прогноз. США и ЕС продолжат финансировать Украину. Согласен или нет? Абсолютно согласен на 200%. Обязательно продолжат, но будут играть в политиканские игры и там, и там. Окей. Следующее. Война Израиля и Хамас не перерастет в полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Тоже согласен, потому что никому это не нужно. Не нужно всем вокруг. Египту не нужно, Иордании не нужно, даже Ливану не нужно, даже Сирии не нужно. Вот. Но одновременно она не перерастет в конфликт, но одновременно не закончится. Следующий. Я, кстати, тоже согласен. Да, значит, следующий. Жара в 2024 году побьет рекорды 2023. Так или нет? Это тенденция за последние три года. Последние три года каждый год на полградуса жарче, чем предыдущий. Окей, то есть ты согласен? Я не согласен. Ну, то есть я думаю, что это, значит, вот это такие флуктуации, которые прогнозировать невозможно. Вот важный прогноз. Планирующаяся в ожидаемое, да, в этом году смена президента Тайваня не спровоцирует нападение на Тайвань Китая. Это может быть. Да, это может быть. Потому что Китай, на самом деле, вот я послушал новогоднее выступление Си Цзиньпиня, оно очень благостное, на самом деле. То есть, с одной стороны, он говорит, что у Китая проблемы свои внутренние, и у них действительно большие внутренние проблемы. И он надеется, что Тайвань рассосется мирным путем. То есть там просто победит Гоминдан в свое время, и они благополучно, без всякой войны, просто соединятся вместе с Китаем, и все. Вот, я с тобой полностью согласен. Я тоже считаю, что так и будет. Никакой там войны в принципе не будет. И уж точно ее не будет, пока идет российско-украинская война. Так, предпоследний прогноз. Аргентина не сможет перевести экономику на доллар, как обещал Хавьер Милей. Нет, Хавьер Милей меня пока что очень сильно радует. Потому что это первый государственный деятель за последние 30 лет, который в первую неделю или в первый месяц своего президентства сдерживает свои обещания. А значит, есть потенциал у него и дальше. Ну, это будет в любом случае интересно. Тем более, что там уже действовал этот currency board. Я считаю, это, конечно, очень смелое обещание. Я вот не верю, что получится, но посмотрим. И самый последний прогноз, что обанкротится Twitter, он же X. Вот это я очень сильно верю. Я вообще удивлен, что он до сих пор не обанкротился, потому что Илон Маск сделал все абсолютно обратное тому, что делал бы любой менеджер этой самой сети. То есть человек приобрел сеть, которая развивалась много десятилетий, ну, не скажу десятилетий, но десятилетие, которая была с торговой маркой, и первое, что он делал, он убил торговую марку, то есть он убил там половину капитализации своей собственной сети. По идее, должен он ее добить до конца. Ну, вот я тоже в это не верю. Я считаю, что такие компании не банкротятся, их обычно кто-нибудь приобретает, если дела совсем плохи, но Маск
пока, во всяком случае, заинтересован в том, чтобы в нее играться. Приближаются выборы в Соединенных Штатах, он сторонник Трампа. Поэтому я думаю, что вплоть до конца этих выборов точно с Твиттером ничего не произойдет. Но посмотрим. Сергей Жирнов был с нами. Большое тебе спасибо за этот эфир. Будем встречаться дальше в новом году. Ну, а вас, наши дорогие зрители, я прошу поставить лайк и подписаться, потому что только вы у нас вы узнаете, когда же обанкротится Твиттер, только у нас вы узнаете, что будет происходить на полях сражений в Украине. Ну и каждый ваш лайк и каждая подписка, это увеличивает нашу аудиторию внутри России, а значит, хоть немножко, но приближает грядущую победу, которую я лично верю, что произойдет в 2024 году, чтобы там не писала Financial Times. С вами был Илья Пономарев, а вы, пожалуйста, продолжайте смотреть «Утро февраля». Счастливо!